Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о наших приключениях в Шри-Ланке. И сегодня — сафари. Но для начала, для тех, кто пропустил, краткое содержание того, что было в предыдущих двух сериях. Мы показали нашу дорогу, как мы летели и долетели до Шри-Ланки, наш отель, как в первый же день потеряли рюкзак с ноутбуком, день рождения Сони и сюрприз на крыше отеля, а также как сняли машину на прокат. С этим на Шри-Ланке есть нюансы. И как добрались до нашего домика у океана. Вообще, как мы и говорили во второй серии, Коломбо, столица Шри-Ланки, это место, где интересного не очень много. Но прилетаете вы именно туда. Поэтому нужно как можно быстрее двигаться дальше вглубь острова. Что мы и сделали, отправившись в Мирису, курортный город на юге Шри-Ланки. Заселились мы в очень уютный домик под пальмами, прямо на берегу океана. Мы могли много купаться, завтракать каждый раз прямо на террасе с видом на океан. А еще очень улыбчивый дедушка каждый день раскладывал нам шезлонги и ставил зонтик. Отдохнув пару дней, мы начали искать, чем же здесь можно заняться еще. Потому что, если честно, мы не очень любим сидеть на месте. И у нас были большие планы. У Сони вообще был целый альбом, куда она зарисовывала всех животных, которых встретила на этом острове. Коровы и теленок, рак-отшельник, сороконожка и ящерица на балдахине в спальне. Поэтому посмотреть животных — это была цель номер один. И первое, куда мы отправились — искать огромных океанских черепах. Нам сказали, что неподалеку есть пляж, куда они приплывают каждое утро — Тангалли. И мы действительно нашли этих черепах. Вот они какие. Клевые. Здесь вообще очень бережно относятся к животным, особенно к черепахам. Когда на берегу находят черепашьи яйца, их оберегают до того момента, пока из них не вылупляются маленькие Микеланджело и Рафаэли. И все, дружно фоткая, подбадривая, провожают этих ниндзя к своим сородичам в океан. В общем, там было классно. Красивые пляжи, уютные кафе, волны, которые прям сбивали с ног, особенно Стефа. А еще мы познакомились с одной замечательной семьей из Москвы. Ну вы понимаете, Соня сразу нашла общий язык. А еще там обалденные закаты. Отличное место для отдыха, но нам хотелось посмотреть побольше живности. И хозяин нашего домика предложил нам покататься по реке. А мы где-то на реке в Шри-Ланке. А сейчас у нас будет сафари. Водное сафари на катере. А вроде как нам обещают, что мы увидим крокодилов. Может быть, даже еще кого-нибудь. Зачем гулять? Лучше самим это увидеть. Ну да. Только есть проблема в том, что когда я залез на лодку, она дала крен. Но я надеюсь, все будет в порядке. Мы несколько часов плавали по реке, периодически утоляя жажду и голод кокосами. Кстати, кокосы — это тема. Они тут везде. Они и сытные, и вкусные, и попить можно, и поесть. Они тут вообще как местный энергетик. Еще они очень дешевые. Короче, кокосы — это тема. Вот, крокодилов все не было, но зато на ветках мы встретили несколько огромных варанов. Смотрите, какой большой вот там. Вот это животное. Мы подплывали к ним практически вплотную, пытаясь сделать удачные кадры со всего, что у нас было в карманах. Стефан немного боялся приближаться к таким существам, поэтому тоже делал вид, что снимает или стреляет. Короче, непонятно. Выглядит достаточно угрожающе, хотя наш гид сказал, что мы, в принципе, можем их потрогать аккуратно. Но Олеське не нужно повторять дважды, конечно. Еще мы видели всяких обезьян, которые прятались в ветвях и не давали себя сфоткать, разных птиц, да и все. Крокодилов мы так и не увидели. Зато я полетал. Первый запуск с корабля. Поймал. Удачно. В общем, варан занял свое достойное место в блокноте Сони. Но нам захотелось рыбки покрупнее.
поэтому мы отправились за китами. Ну или хотя бы за их плавниками. Короче, дело было так. Выезжать нужно было очень рано утром. Пока школьники шли в школу, мы приехали в порт. В порту мы встретили уже наших знакомых, заплатили за билеты и погрузились на кораблик, где большинство сразу принялось догонять утренние сны. Особенно китайцы. Ну, возможно, у них была просто сложная ночь. Пошел второй час. Китов все нет. Увидеть бы хоть маленького. Китеночка какого-нибудь хотя бы. Команда человек 6, наверное, или 7 здесь. И все смотрят, все высматривают. Надо сказать, что они давали 100% гарантию, что мы увидим китов сегодня. Поэтому, наверное, такие встревоженные сейчас. Очень встревоженные. Капитан кому-то звонит, спрашивает совета. Куда плыть? В общем, прошел еще час. Китайцы так и не очнулись, хотя, по-моему, они провели так все плавание. Появилось еще пару катеров, которые тоже никого не могли найти. И мы уже потихоньку начали отчаиваться, как вдруг по левому борту... О! Ну, собственно говоря, это все. Было еще пару фонтанчиков, но за 5 часов мы увидели только это. Не самый удачный опыт. В следующий раз надо будет брать частную лодочку. Хотя нас это не остановило, и мы отправились в огромный заповедник Яла, где много слонов, леопардов и еще всякой живности. Мы опять рано проснулись, полетали на рассветнем солнце, искупались последний раз возле нашего домика, забронировали отель, собрались, загрузили вещи, попрощались с улыбчивым дедушкой и поехали. Идем по какому-то очень колоритному городку местному. Уже закончились всякие эти пляжные, курортные зоны и места, и городки. И тут началась жизнь, в общем, местная. Автобусы со школьниками. Пьянки, what's your name? Сахми. И Соня. Соня. Всякие рыночки, магазинчики, много суеты, много всего. Но интересно, на самом деле, побродить именно по таким местам, не курортным. Встретили еще какую-то то ли англичанку, то ли кого на мотороллере. I have no idea where I am. Okay. Она вообще понятия не имела, где она находится, и куда-то поехала. А запахи такие, ох, ух. А, что? Вот это вот что там, рынок? Но я чувствую, что запах соответствующий восточному рынку. И нужно вот туда идти. Можно туда идти. Или туда. Пойдем туда. После короткой остановки и перекуса мы поехали дальше. Ехали долго, стемнело. И мы начали было терять дорогу. Точнее, навигатор показывал, что дорога есть, но в реальности было не очень. И все же, как бы ниоткуда, появилась вывеска нашего отеля. Это была самая странная дорога к отелю в моей жизни. А еще возле отеля ходил кабан. Мы приехали к отелю. Окей, ладно. Но отель оказался непрост. Мы каким-то чудом попали на 70% скидку и заселились в 5-звездочный отель по цене обычного семейного номера в Европе или в США. Это оказался крутейший отель посреди национального парка с отдельными домиками, с огромным бассейном под открытым небом и деревьями, с невероятно крутыми завтраками, где разнообразие еды было такое, что даже Соня, которая ничего не ест, нашла себе что-то по вкусу. И с озером, в котором водились крокодилы. Обалдеть. Опасность. Здесь, короче, крокодилы. Их атака серьезна для здоровья и, возможно, закончится смертью. Короче, от озера мы держались подальше. Но бассейн это класс. В общем, это лучший отель, в котором мы были. Но самое главное, оттуда стартовали сафари по национальному парку. Не знаю, что это будет, но мне кажется, должно быть прикольно. Мы едем на сафари смотреть животных. И тут все было не так, как в океане. Почти сразу мы начали встречать всевозможных жителей этого заповедника. Всякие копытные всех мастей, обезьяны, куда ж без них. Птицы, которые уж точно не водятся в наших широтах. Был даже пумба, возможно, это тот с отеля, но это не точно. А еще борзый мангуст, шел прямо по дороге. Посмотрел такой. Еще были стада оленей. Даже крокодил. Да, мы его наконец-таки увидели. Это он. Ну и, конечно... Стоп. А, вот. Вот. Соня, смотри. О, какой он красивый.
Надо сказать, что слонов мы посмотрели со всех ракурсов. Да-да, это, кстати, самый популярный. Слона! Слоны почему-то любят поворачиваться к джипам задом. Не знаю почему, но были и другие, более вежливые. А самый красивый был вот этот. Стоял вдалеке, на фоне горы, похожий на слона. В общем, мы увидели всех. И, кстати, мы узнали, как будет по-шри-ланкийски леопард и слон. Стеф дрыхнет на сафари. Обычно. Почему бы и нет? Ну что можно сказать, сафари — это, конечно, круто. Мы первый раз, никогда такого у нас опыта не было. Здесь ты видишь животных, но на самом деле в реальной, такой естественной среде. То есть не какой-то не зоопарк, не какие-то клетки. Они здесь чувствуют себя свободно, ходят, играют. Вообще в этом парке еще огромная популяция леопардов. Но это хищники, они так просто не показывают себя. Они очень классно маскируются, и вообще хищник до последнего момента себя не покажет. Поэтому вполне возможно, что они нас видели сегодня, но мы их пока нет. Но, хоть мы их и не увидели, были в полном восторге. Это превзошло все ожидания. В центре парка мы остановились на небольшую стоянку сфоткаться на красивом фоне. Но как только мы выехали обратно, прямо на дороге появился он. Вот он ушел. Идет в лес, ты видишь, Соня? Хищник. В общем, мы только что видели леопарда. Шел по дороге. Но вся прелесть в том, что вот буквально пару минут до этого мы тут останавливались в туалет 200 метров отсюда. То есть я ходил в туалет, а 200 метров или 300 отсюда ходил леопард живой. Да ну ваше сафари. Это умереть можно по-разному, конечно, но так. Вообще увидеть леопарда — это огромная редкость. А тут он просто шел по дороге, лениво. Шел по дороге, увидел джип, начал сворачивать в кусты. Но это было не все. Чуть дальше по дороге, прямо на камне, лежал еще один красавчик. Снять стабильное видео с приближением не получилось, но зато есть вот этот кадр. Ну и это был не последний. Из-за этого на выезде вообще образовалась пробка из джипов. О, кошка. В общем, можно сказать, что сафари — это круто. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте большие лайки, и продолжение следует.